Итак, дамы и господа, пришла мне в голову идея одна интересная. Есть у меня смартфон Blackwell. Есть его родная зарядочка. Сейчас покажу. Вот такая адская вещь. Почему адская? Потому что греет она просто очень быстро. То есть буквально через минуту зарядки он уже нагревается. И при этом смартфон заряжается очень быстро. Я хочу убрать последствия от этого всего. То есть я включаю зарядочку. Да? И подаю питание на смартфончик. Во-первых, в смартфоне рекомендую выключить все, что только можно. То есть в лучшем случае, конечно, его весь выключить. Ну или на крайняк можно отключить, например, вот так, самолетик. Для чего? Скоро поймете. О, часовая программа сбилась. Втыкаем. Смотрим программой... Сейчас забыл. Ампер. Сколько пошло заряда? Заряда пошло нехило. Сейчас увидим, он посчитает. Тем временем запускаем таймер. Заряд мы видели. Там 20 с чем-то. Ну, допустим, 30. Так, где у нас таймер? Не, секундомер. Погнал. Вычисление не прошло, потому что погас экран. Теперь мы точно видим 29%. И смотрим, сколько пойдет напруга. Раскрою секрет. Этот блок питания дает очень много. Но смартфон умный, зараза. И как только он перегревается, он понижает потребление. Поэтому все знают, что этот блок питания жрет 120 Вт. Точнее, дает 120 Вт тока в начале. Как это можно улучшить, чтобы он заряжался дольше? А вот как. Берем вот такую систему охлаждения. Подключаем к смартфону сзади, со стороны аккумулятора. И как-нибудь кладем по-хитрому, чтобы у нас это охлаждение хорошо шло. И мы видим, нет, я вижу, вы пока не видите, вот, что у нас ведет все еще 4400. И при этом он снижаться не будет. И как только мы погасим экран, он вообще разгоняется до 5 с лишним ампер. Периодически я видел там даже 6, но я не знаю, получится ли это сейчас. Короче, проверяем. Аппарат заряжается за счет вентилятора. Дальше, соответственно, будет уменьшение, ну или как-то, господи, ускорение времени. Что-то я уже забываюсь. Так, давайте все-таки сделаем, чтобы было его видно. Вот сзади вентилятор. И вот так его поставим по диагонали. Даже слышно, как он жужжит. Давайте сделаю еще интереснее, все-таки его выключу. И в выключенном режиме у него должно загореться батареечка с процентом заряда. Смотрим. И это что ли тоже на что-то облокотить? Красоту ли вот эту облокочу? Во. Вот так расположим в моем творческом хаосе. И все будут видеть. Ну и само собой будет ускорение времени. Для этого нам и нужен таймер. 34% уже на борту. Пока я разговаривал, залетело 5%. Нехило. Посмотрим, справится ли охлаждение. Thank you.
Ну что, ребятки, 28 минут прошло. А, забыл, там нажимать надо. Он же выключен. Смотрим. 92%. Я думал, он не замедлится, потому что он холодненький, на мой взгляд. Да? Да, он холодный, он не нагрелся. Поэтому я предполагаю, что это самый быстрый метод зарядки, придуманный случайно. 34 градуса. А обычно он греется до 60 с этой зарядкой. Да, в финале он обычно уже не сильно греется, но и не сильно быстро заряжается. А тут, однако, смотрите. Давайте на 30 минутах выключим. Что мы видим? 93%. Уже горит зеленый глаз. Я про вот здесь. Говорящий, что это уже близко к 100%. Но уже как бы не 100. Ладно, включаем. Не выключу, я имел в виду, а включу, наоборот, аппарат. И посмотрим по амперу, сколько будет он есть, когда у него близко к 100%. Объясняю. Обычно в этот момент очень малое потребление идет. Ему типа достаточно и больше не надо. На самом деле, я думаю, это завязано с защитой от перегрева. Сейчас мы это увидим. Тридцать одна минута. Девяносто 94%, 1900 миллиампер вылетает. О, уже тысяча. Короче, ладно, 1800 с чем-то. Эффект достигнут. За полчаса с 30 до 90. Круто. На мой взгляд, очень даже молодцы ребята из Blackview. 32 на 94. До 100%, на самом деле, когда он дойдет, он не прекратит заряжаться, потому что у большинства смартфонов 100 только виртуально. На самом деле, после 100 еще минут, ну, в таком скоростном режиме минута 2, если заряжать обычной зарядочкой минут 5 минимум, еще смартфон продолжает брать, потому что 100% на самом деле это не предел. То есть тут немножечко наврано во всех устройствах о 100%. Ну, я думаю, нет смысла продолжать видео дальше. Я думаю, вы понимаете, что тихим сапом капельно докапает до соточки. И, значит, полный заряд смартфона, думаю, где-то за 40 минут с этой зарядкой будет. Напоминаю, кто не помнит, здесь больше 8 ампер. Тут две батарейки по 4 с чем-то запараллеленные. Короче, круто. Всем спасибо, всем пока. Это Латуха. И я разбирался с очень быстрой зарядкой от Blackview на 120 ватт. Всем пока.